Что скажете про послание? Ну, мне радует, что ежегодно приоритетом все-таки ставит социальная политика, а будущее России, будущее Чувашии невозможно без молодежи, без детей. И вот самой красной нитью по всему письму открытому, естественно, проходило послание, идея о будущем водителя. Ну и, конечно, начало послания начиналось из системы образования. Это тоже вот очень важно. Понятно, патриотизм, понятно, подготовка кадров. Но самое главное – это укрепление семьи и повышение рождаемости. А вот закончил Михаил Васильевич призывом прийти ко всем на выборы. Сейчас есть информация, что вы будете главой избирательного штаба Владимира Владимировича Путина на территории Чувашии. Можете вы прокомментировать эту ситуацию? Ну, это очень высокое доверие и ответственность президента, кандидата президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Естественно, это накладывает определенную ответственность и перед жителями Чувашской Республики, и перед будущим президентом, кандидатом на данный момент. И я думаю, народ Чуваши, как всегда, поддержит, потому что сильная личность, сильное государство – это две неразделимые вещи. Я верю.